в рамках подготовки к отопительному сезону все постановления изданы, все опубликовано. При определенном нормативном погодных условиях будет запущено отопление. На сегодняшний период по заявкам учреждений, детские сады, дошкольные учреждения, мы подаем тепло. Нормативный запас угля у нас есть. Нормативный запас 90 тысяч на 252 тысячи тонн. Потребители у нас все паспорта готовности получили, в том числе наши учреждения тоже все получили. Это школьные, школьная культура, спортивные учреждения. Поэтому у нас вроде как бы все идет по плану. Наш паспорт готовности готовим? Да, документы для получения паспорта готовы. Когда они планируют зайти в Роскомнадзор? Ну, пока мы не согласовывали, но